Всем привет! У меня вылезла простуда на губе, поэтому ближайших 45 тебя показывать не буду. Покажи, как Арина одевает ботиночек. Покажи. Одень, пожалуйста, ботиночек. Да, покажи, как Арина одевает тапочки. Вот как одевает. Хе-хе-хе. Как? Не получилось? Давай, мама тебе покажет, как поможет. Давай ножку, Тая. Эй, мелочь. Вот, давай дальше сама натягивай. Ну? Мне даешь? Спасибо, моя золотая. А что это ты играешь? Во что, в кубик? А, ты ботинок. Без ботиночка никак. Привыкла к ботинкам, прям молодец. Теперь без них никак. Ну все, будем одеваться. Обуваться, вернее. Ой! И второй сняла! А что у тебя эти-то сползли? Да. Игра, моя золотушечка. Маме, давай, паси. Бум. Ты вот так поставь, вот так будет удобно. Играй. Вот. А кубики вон те-то будешь кидать? Кубики, квадратики. Я думала, салфеток для единички. Да, спасибо. Ай! Как цыпленок, Арин. Телевизор? Плюс 100-500 смотрит Арин. Молодец. Ну не надо этого делать, ладно? Арина, там ток. Сегодня решила сделать домашние котлетки. Вот у меня фаршик уже разморозился. Хлебушек я уже тут замочила его. Жмакова. Ну все, буду готовить. Там посмотрите, что получится. У меня будет очень вкусно. Вот такие пухлицы у меня получились. Правда разные тут. Потолще, эти потоньше. Ну, муж потолще, мне потоньше. Точно фарш остался. Сейчас еще буду делать. Заморозим часть. Пожарю часть заморозим. Вот это у меня жарится. Сейчас покажу, что я делаю. Наливаю майонез. И сейчас добавлю сюда водички, закрою крышку, и она где-то будет все тушиться. Вот налила водички, майонез я размазала. Сейчас закрою крышку и на 5 минут оставляю тушиться на маленьком огонечке. Багира. Багира кошачья. Эй, Багира. Эй, Муся. Дай пятачок. Ой,
Погладь, Муся. Муся хорошая. Муся, ты чего? Гладь, Муся. Муся хорошая.